Что будет, если я сейчас Хуана замучаю, буду тыкать на вот эту кнопку «Дормир»? Что будет, если напоить его еще большим количеством зелий? Давайте попробуем его напоить исцеляющими зельями несколько раз. Всем привет, дорогие друзья, я Китик, и сегодня мы проверяем самые безумные мифы в игре My Talking Хуан, Джуан, Хун, Хырун. Короче, как угодно его называйте, играем с вами в говорящего кота. Что будет, если помыть Хуана без воды, только мылом? Давайте его помоем, но я хочу его помыть без воды. Что будет, если я помою Хуана и не буду смывать эту воду? Давайте же проверим. И ничего не произошло, он просто помылся. Мыло осталось только в ванне, а здесь все нормально. Он как будто стал чистым, миф проверен. Это довольно забавно, но это у нас самая малость, что мы будем проверять. Потому что дальше нас ждут самые невероятные эксперименты, которые мы с вами проверим. Что будет, если накормить Хуана 30 тараканами? Давайте попробуем накормить кота Хуана 30 тараканами. 30 тараканов ему дадим, посмотрим, что он на это нам скажет. И, в принципе, пойдем дальше. Ну а пока Хуан кушает, ребят, я хотел бы вам сказать, что я вас всех очень обожаю. Я только что скормил ему 30 тараканов, и, по-моему, вообще ничего не изменилось. Хуан, у тебя все в порядке? У тебя все в порядке. Как вы видите, он просто повторяет за мной, ничего необычного. Идем дальше. Что будет, если бесконечно включать и выключать свет у Хуана в спальне? Что будет, если я сейчас Хуана замучаю, буду тыкать на вот эту кнопку «Дормир», точнее, спать, не спать, и он будет то летать, то не летать. Короче, давайте посмотрим, вдруг он там взорвется, улетит куда-то за карту или еще что-то. Давайте тыкать, я просто тыкаю. Посмотрите, анимация лагает, он не понимает, включать ему глаза или нет. Руки туда-сюда дергаются, он как будто подпрыгивает. И я буду так тыкать, пока что-нибудь не сломается. Попробую сейчас двумя пальцами вот так вот тыкать. Так будет намного быстрее. А то посмотрите, что на экране происходит. Это просто какая-то жесть. Хуан там, наверное, в шоке сидит, ничего не понимает. Но, к сожалению, ничего у нас не происходит. Поэтому переходим сразу же к чему-нибудь очень интересному. Что будет, если дать Хуану 10 зелий яда? Что будет, если напоить его еще большим количеством зелий? Давайте проверим это. На первый раз он взорвался, в принципе, как и всегда. Давайте проверять дальше. Второе зелье, ребят. Он у нас уже красный. Сейчас у нас станет стена красной. И посмотрим, что будет дальше на третье, четвертое, пятое зелье и так далее и тому подобное. Так, все стало красным. Замечательно, ребят. Сейчас будет самое интересное. Третье зелье, что-нибудь изменится или нет, я ему даю. И мне страшно представить, что будет, если я сейчас перезайду в игру. Неужели там что-то поменяется? Может, он станет черным каким-нибудь? Или еще что-нибудь? Или дом развалится? Или... Короче, сейчас узнаем. Я хочу захватить YouTube. Котики должны захватить YouTube и весь мир. И мне нужна ваша помощь. Подписывайтесь в мой телеграм-канал по ссылочке в описании. Будем вместе делать план по захвату YouTube. Я зашел в игру, но, по-моему, ничего не поменялось. Давайте я попробую споить ему еще одно зелье и посмотреть, может быть, все-таки что-то поменяется. Вообще ничего не поменялось. Этот миф полная фигня. Что будет, если дать Хуану 10 лечебных зелий? Давайте попробуем его напоить исцеляющими зельями несколько раз. Посмотрим, как отреагирует на это Хуан. Может быть, он станет каким-то ангелом или еще чего-нибудь. Итак, мы его превратили в обычное состояние. И сейчас попробуем напоить его этим зельем еще один раз. Итак, Хуан, держи. Он просто отказывается от этого зелья. Хуан, ну ты же можешь стать богом этого мира. И тогда не только Даркнет тебе будет подчиняться, но и весь мир. Короче, ребят, этот миф у нас не работает. Что будет, если тыкнуть на видео на экране? Ребят, это миф уже для вас. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и смотрите этот ролик. Интересно, что будет? Всем спасибо за просмотр. С вами был Китик, пока.